– это специальное устройство, которое вводится во влагалище беременной женщине для предотвращения преждевременных родов или при изменении цервикальной недостаточности. Чаще потребность в акушерском писаре возникает у пациенток с многоплодной беременностью, но иногда и при одноплодной беременности также возникает необходимость установки акушерского писария. Писарий очень мягкий, силиконовый, введение писария не доставляет никакого дискомфорта, это безболезненная процедура. Она занимает всего несколько минут, проводится в гинекологическом кресле. После установки писария пациентка может сразу отправляться по своим делам. Акушерский писарий всю беременность находится во влагалище с целью предотвращения преждевременных родов. И писарий извлекается уже непосредственно перед родами, обычно в сроке 36-37 недель. Также в клинике на гинекологическом кресле извлечение писария также безболезненно. И после извлечения писария мы уже можем ждать самостоятельных родов. Всем удачи, отличного настроения и до новых встреч!